Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как можно прикрепить лампы к металлическому стеллажу. Те, кто использует металлические стеллажи, знают, что вот здесь вот есть такое вот ребро, которое не дает лампе стать полностью вот в этом месте. И получается, нужно каким-то образом сюда вот прикрепить лампу. Я вам сегодня покажу один очень простой способ. Таким образом можно прикрепить и светильник, и саму лампу. Я буду использовать вот такие вот штучки. Это площадка самоклеющаяся. Также нам понадобятся такие вот пластиковые хомуты. Они правильно называются — нейлоновые стяжки. Длину самих хомутов выбирайте побольше, чтобы у вас был запас при затягивании. Так, для начала нам нужно разметить, где у нас будут висеть наши лампы. У меня полочка 60 сантиметров. Соответственно, я примерно высчитала, что мне нужно отступить с каждого края по 15 сантиметров. Таким образом, у меня лампы будут находиться примерно в одинаковых местах и будут равномерно освещать мои растения. Беру вот маркер и примерно отмечаю место, где я буду клеить нашу площадку. После того, как вы разметили ваши полочки, нужно обязательно место, в которое вы будете клеить площадку, обезжирить. Для этого я использую просто обычный ацетон, жидкость для снятия лака. Спонж. Приклеивать я их буду поближе к краю, поэтому вот здесь вот я обрабатываю. Маркер у меня желтый, немножко пачкался, ничего страшного. Теперь показываю вам, что же из себя представляет эта самоклеящаяся площадка поближе. Так вот выглядит эта площадка. То есть вот здесь вот пластиковая такая штучка с дырочкой. С другой стороны у нее липкая часть. Отдираем нашу липкую часть и приклеиваем примерно в нашем размеченном месте. Вот так вот. Точно так же делаем со всех сторон. Теперь мы берем наши пластиковые хомуты. Вот они такие вот. С одной стороны они просто гладкие, а с другой стороны немножко ребристые. Когда вы их будете защелкивать, вы можете их потом затянуть сколько вам нужно. Все, я затягиваю. Просто вот так вот. И все. Наша конструкция, в принципе, готова. Теперь мы можем сюда прикрепить все, что нам необходимо. Это может быть лампа, это может быть светильник. Я вам покажу сейчас более поближе. Я использую вот такие вот лампы, вот кому надо, их параметры. Также я буду комбинировать лампы, вот здесь вот у меня 865, я также буду вторую лампу ставить 840. Длина лампы у меня 1,20 м, сейчас буду показывать вам поближе. Вот вы их просто вставляете и затягиваете вот эти хомуты. Точно так же можно без использования светильника прикрепить саму лампу. Вот так, таким вот образом вы ее просто затягиваете. Я сейчас просто не затягиваю, это у меня такой примерный образец. Полочка пока что еще разобранная. Таким вот образом вы можете разместить ваши лампы, очень красиво будет все смотреться. И данные вот
площадки, они хоть и на скотче, но они не греются, потому что они немножко в отдалении будут от лампы и будут держать очень долго. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне, расскажу вам, подскажу. Надеюсь, мой совет вам поможет. Спасибо всем за внимание.